Всем привет, дорогие друзья! Быстренько я пробегусь, покажу вам быстро, совсем быстро, что есть. И такую мы сделаем акцию на 3 дня. 3 шикарных лимона. Они в одном экземпляре. 20-й горшок, с ними все в порядке. Вообще все просто в порядке. По 4500 на 3 дня мы делаем такую акцию. Если они будут не проданы, значит, они вернутся в свою же цену, 5800, это оптовая цена у нас за 20-й горшок. Итак, первый — это у нас Крубара, второй — это у нас Мейера, и третий — это Лунарио. Я сейчас быстренько вам покажу, что с ними все отлично, все с ними прекрасно. Опять же, вот, смотрите, без всяких повреждений, без физиопатических особенностей. У нас сегодня жарко, поливать мы будем вечером, поэтому, конечно, они немножко приуныли, но мы стараемся не заливать. Лимон Мейера, то же самое, штамп идеальный, даже с плодиками. Вкусный, классный лимон. И третий лимон — это лимон Лунарио, то же самое, смотрим. Вот от сучка. Сучок был срезан. То же самое с плодиком. Вот таких 3 экземпляра. По 4500, напоминаю. И дальше пробежимся быстренько, что у нас в наличии. В наличии у нас 20-е горшки мандарины, клементины. Все с приростами. Все прекрасно себя чувствуют. Дальше. Апельсины. То же самое, наверное, мы сейчас сделаем и на каналикуляту. Сейчас я вам покажу. Апельсины, Валенсия, каналикулята, Бицария. Далее микроцитрусы красные и розовые. Лимоны. Кафрские лаймы. Далее лимоны варигатные, Эврика Пинк и Джала. Вот Эврика Пинк и наверху Джала. Лимоны Росса. Все в наличии. Разные сорта. Есть еще лимоны Санта Тереза, Сорента. Далее грейпфруты. Сарова грейпфрут. Помело, вернее, есть. Грейпфрут Дункан. Дальше кумкваты. Кумкват Маргарита, Абавата и варигатный из Тинтери. И остался один оранжекват Ниппон. Лаймкваты. Мандарины Кинг с молодыми приростами, классненькие, растут на солнышке, дают приросты. Всем нравится, конечно, солнце. Чинота, лаймкваты, варигатные, рука Будда, просто Будда, рука Будды, лимон Липа, все в наличии. Клементины, мандарины, пурша тоже разных размеров есть, бергамоты я тоже вам показывала, чинота, варигатный апельсин Тарока, оливы, вот одна оливка наращивает плодики по 200 и по 1300 есть небольшие. Также ананасы по 1300, крупноплодные по 900, мелкоплодные и среднеплодные по 1000. Тоже все в наличии. Манго. Манго разные сорта по 6800. Арбутус, земляничное дерево. Из Оскар Тиндери разные у нас есть лимоны. Лимоны разные, сорта разные. Тоже у нас списки везде выставлены. Также наращивают свою шевелюру. Варигатный, тут долго перечислять, очень долго. Эврика Пинк также есть, Тататентис есть, Аркабалена есть, мандарины. Мандарины Уншиу варигатный в наличии. И клементин новый, Миагава нуцелярный, кино у клементины. Вот они все с приростами, все хорошенькие. Арава, Лариса, Мандарет в наличии. А вот А38, по-моему, если я правильно помню. Чикули Пикола мелкими плодами. Свити.
Фрагола. Фрагола, помните, приехала совсем лысая. Вот она наращивает. Облонгус, тоже апельсин. Мелороза наращивает свою шевелюрку. Такая вот красивая. Это лимон мелороза. Вот аркобален тоже самое. Все с приростами. Красавчики. Далее роса ди сарзана помела. И фруторосы, тоже розовая помела в наличии. Далее мандареды. Что тут у нас еще? Варикатный. Кинг, мандарин кинг. Муркот в наличии. Спиноза. Чикулипикола. Миниола в наличии. Мандарин фортуна. В общем, на самом деле есть что выбрать. Есть что выбрать и есть на что посмотреть. Также у нас есть мирты, фисташка, трифолиата, лимета диранпу в наличии. Далее апельсины из питомника Ускартинтри, бригадные, сладкие, красные, мальтийский сангвиньо, тарока, тарока разные сорта, сангвинелла разные сорта. Фрагола, фрагола 22 горшок в наличии. Разные, приразные. Тарок Альфио, Тардива Дитрипьячи, Мальтийский, Динеспола, Сангвинелли, 4 сезона. Дальше в наличии авокадо по 6800. Также джефрук в наличии есть. Есть гуавы, псидиумы, сизигиумы в наличии. Также Евгения унифлора, сапота. Белая, черная, личи. У нас экзотика. Совсем осталось немного прививок редких сортов. Аркобалена большой. Также у нас стоят растения, которые мы поставили по акции «Последний экземпляр». Вот они у нас стоят в наличии. Поэтому все хорошенькие, все с приростами. Тоже можно выбрать, есть из чего. И у нас стоят экзотические растения. Мурая у нас в наличии есть. Красивая, шикарная фейхоа. Евгения бразилиан. Дальше крумичама. Черная сапота. Это все в наличии. Поэтому пишите, спрашивайте все, что вам интересно. Вот они, два у нас каналькулята. 36 и 37 номер. Показываю, что даже с плодиками, с ними все отлично. Сегодня мы их польем. И они распушатся. Мы стараемся не заливать. То есть, когда он жарко, тогда мы поливаем каждый день. Когда нет жары, то поливаем через 2-3 дня, чтобы не переувлажнить. Тоже с плодиками. 4500 на 3 дня. Два шикарных апельсинчика. В общем, полочки редеют. Потом быстренько еще покажем, какие у нас есть растения, потому что что-то отложено, что-то стоит в сторонке. В общем, вот такая красота растет у нас. Что-то даже цветет. Пишите, спрашивайте. Всех обнимаем. Всем желаем хорошего, отличного настроения. Чудесных приближающихся выходных. И чтобы все у вас было замечательно. Обнимаем. Цитрус Микс всегда с вами. Всем пока.